приехали вечерком в такую вот прекрасную погоду и что-то обратили внимание в сторону. Смотрите, уважаемые охотники и любители природы, сколько птицы. И это накануне охоты. Охота у нас в Новосибирской области открывается 14 августа с собаками и 28 августа просто для всех остальных любителей природы. Осталось совсем немного. Птички отдыхать и начнут гонять. Вот так вот она уже не посидела бы. Редко можно будет увидеть, только перед отлетом может быть. Ну ладно, не будем отвлекаться. Охота тоже не за горами. Едем на рыбалку. Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Приехали мы повечерить на вот такой вот водоем у нас в Сибири, на нашу речку, которая до нельзя вот так вот обмелела уже. Здесь вот такой вот ручеек бежит, пересохший практически. Не знаю, вам видать, не видать, но мне дно все видать. Рыбы пока не видно. Вот какая вода бежит у нас с этого, с озера, с болота. Чистенькая, прозрачная, хорошая. И вот в реке в самой какая вода. Обалдеть просто. Рыбачить мы будем сегодня на паук-подъемник. Взяли мы его. Что у нас из этого получится, пока еще не знаю сам. Вроде он мелочь какая-то плещется. Видать, хищник гоняет ее. Ну, посмотрим, что добудем мы сегодня. Нам самое главное задача на жаре его поймать. Домой просто свежей рыбки. На рыбалку я приехал с сыном Михаилом. Всем привет. Привет передает. И хочу вот показать, какой шест я приобрел. Вот такой вот алюминиевый, состоит из трех частей. Очень компактный. Я когда его на сайте наткнулся, мне он сразу понравился. Но искал я такой шест не именно из трех частей, я просто на такой наткнулся. Вообще искал для того, чтобы вы сами прекрасно знаете, кто давно подписан на канале, какая у меня лодка большая. И я хочу на ней сделать, чтобы рыбачить на подъемник, через блочок. И искал я алюминиевый шест. И наткнулся вот именно на этот. Величиной он 1,5 метра. Можно сделать 3-метровый. Можно сделать 4,5-метровый. И он прекрасно помещается даже вот в короткой нивке. В общем, удобный. Увидите, понравится, я думаю. Ну а мы собираем подъемник и приступаем к рыбалке. А то вон тучки заходят. Ну ничего страшного, если что, переждем их. Дождик. Все, приступаем к рыбалке. Весит он всего лишь навсего 2 килограмма, 2100 что ли. Ну и выдерживает нагрузку вроде бы 160 килограмм. Ну все, сейчас посмотрим, какой он в деле. На рыбалку я взял вот такой вот подъемничек зимний. Он буквально 1,10 м или 1,20 м на 1,20 м. Так как знал, что буду рыбачить в это, в ручье. Ручей мелкий. Сейчас попробуем для начала в речке. Что у нас получится. А потом посмотрим. И в ручейке. Может быть, получится что-то. А может быть и нет. Давайте посмотрим, что у нас там. Ничего. Снова глухо. Не отчаиваемся.
Пришел я в ручей. Вон он, карась плывет. Вон еще один карась плывет. Вон карасики. Сейчас попробуем здесь порыбачить. Вон они. Все, увидел меня. Движение увидел, сразу стартанул. Ну что, Мишань, как дела? Ничего. Погода сегодня не рыбацкая. Ну давай, тащи, посмотрим, что там есть. Да, действительно ничего. Так, не закидывай. Пошли в сторону ручья. Там я сейчас ходил, пару карасей плавает. Они по ходу дела не могут выбраться. Где-то что-то закоряжено сильно или как, или сильно обмелевше. Но тем не менее течение идет, где-то вода все равно проходит. Пойдем сейчас попробуем их добыть. Стоит под закоряжником, мёртво. Или погода такая, что ходить не хочет. Пришли, уважаемые зрители, на ручей. Ручей закоряженный. И он, как видите, плавает карась. Вот он стоит, паук-подъемник. А вон он, карась, плавает. Вот он. Вот он какой хороший. И сейчас мы его постараемся добыть. Стоит под закоряжником, мертво. Или погода такая, что ходить не хочет. Бог его знает. Может, сейчас нас испугается. Вон он. Плавничками он ворочает. Мишанька стоит на изготовке. Но я здесь еще видел, несколько карасиков плавали. Ну, может, подойдут. Перешел я в другое место. Посмотреть, есть ли рыбка или нет. Вон она плавает. Еще. Вот она. Мало, но тем не менее есть. Она, наверное, вот в этом коряжнике и стоит вся. Посмотреть повнимательнее. По-любому где-нибудь странствует. Вон она. Снова еще одна. Так-то довольно шустро. Ну, он, хлопцы, под коряжник. Где-то там. О, Мишанька вытащил. Че, Мишань, сколько попалось? Два. Два штуки? Ну это хорошо. Все, уже пустые домой не поедем. А куда я положу? Да рядышком там где-нибудь положи.
А в эту сторону, в сторону речки, как видите, дебри вон какие. И скорее всего, где-то вон там вон, ниже, туда к речке, есть затор из кустов, где рыба, наверное, не может пройти. Ну, хотя, с другой стороны, здесь почему-то ее нету. Но она, скорее всего, под этими, под кустарниками. Где-то что-то как-то. Вполне возможно, попала в плен вот такой вот, из живой природы. А здесь вон за корягу встал тихонечко так и стоит, пережидает погодку. Вон. Вполне хороший, достойный карась. Вон они, два карася плавают. Два мы уже вон они поймали, вон лежат. А два вон они подходят. Так сказать, на подходе уже. В наш подъемник. Сейчас его подъемник пододвинем поближе, чтобы поймать их. 100%. Ага, он уже заходит в подъемник. Ага, назад вернулся. Чего-то испугался. Вон там здоровый. Подальше от нас. Плавает. Ну, сейчас мы выследим этого маленького, потом приступим к большому. Еще плохо то, что тут отсвечивает. Только берег видно. Что, плавает, нет? Да. А? Ой. Видел два, сейчас одного вижу. Это резкие движения не делай. Давай, не стесняйся. Здесь где-то сейчас плавали только. А, вон он, вижу. Вот он, представьте. Вот он, подъемник стоит. Вот он. А вот карась плавает. Вон он уже. Снова под коряжечку хлопс туда. Как в гараж к себе домой. Речи нет, они в доме, они в своей стихии. Вот он какой красивый. Мясистый такой. Немного подъемник переставили. Вот он плывет, плывет, плывет. Что, развернулся, нет? На глубину пошел, в вашу сторону. Что-то не то увидел. Вот они парочка. Друг за другом плавает. Один в нашу сторону пошел. Где-то здесь. Вода отражает. А нет, вон они, оба. Один вон он. А вторую здесь где-то был.
Взял его Мишане подъемник, встал вот на таком вот коряжнике, отцепил он одно колено, так как с длинным неудобно здесь было бы рыбачить. Здесь время от времени то, что проплывают они. Ну и сейчас будем ждать. Их то видно, то не видно, как я вам уже показывал. Дело уже к сумеркам, поэтому сейчас буквально дождемся, заплывут, не заплывут. Ну и все, поедем в сторону дома. Вот он, ребята, Хороший такой мясистый карасик. Обалдеть просто. Вот это да. Рыба так рыба. Держи, Мишань. Опа. Ну еще можно сказать одного. Можно сказать поймать. И можно смело ехать домой. Жарево у нас уже обеспечено. Плохо, что только здесь его мало осталось. Но это хорошо, в речку вышел. Мы его в речке будем добывать. Уважаемые зрители, дождались мы крайнего карася. И теперь смело можно ехать домой. Жарить рыбку. Долго мы его ждали. Вот такой вот карасевич попался. Мишань, иди лови его. Вот такой вот. Почти около килограмма. Опа. Ну все, а мы разбираем подъемник прямо здесь, чтобы по кустам было удобнее идти. Шест мы тоже здесь также разбираем. Оп. Ветки цепляются. А тот мой большой подъемник, которым я постоянно рыбачу, уже бы здесь не пошел. На ровно просто дно не вставал бы. А этот самый то. Это зимний подъемник. Он и помельче. Ну, рыбку видели вы сами, какую мы поймали. Сейчас я вам ее покажу. Ну все, идем в сторону машины. Вот таких вот карасям нам удалось сегодня добыть с сыном. Ну все, едем в сторону дома. На улице и так уже смеркается. Ну что, уважаемые зрители, на этом наша вечерняя рыбалка с вами завершается. Спасибо погодке. Помогла нам добыть рыбку. Не намочила нас. Как вы уже видели, удалось нам добыть вот таких вот 4 прекрасных карася. Как раз на жарево. Вот если с ладошкой сравнивать, в 2 раза больше ладошки. Рыбалкой мы очень довольны. Но еще больше я доволен вот таким вот приобретением. Вот таким вот раскладным шестом. Покупал его в городе Санкт-Петербург у Дорофеева Григория Викторовича. Его данные оставлю ниже под видео. Ну а сейчас собираемся в сторону дома. Соберем здесь немного мусора, который оставили такие же, как мы, любители природы, и не увезли его. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много нового и интересного. Всем всего доброго и до новых встреч. Ну вот и наша рыбка дошла до обеденного стола. А для того, чтобы эти гигантские караси прожарились и в них было меньше косточек, их необходимо через каждый сантиметр сделать надрезы. Ну все, приятного всем аппетита и до новых встреч!